Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы поговорим о скульптуре Древнего Рима. Мы увидим основные этапы ее развития, охарактеризуем самобытный римский портрет эпохи республики и эпохи империи, а также коснемся вопроса об использовании римлянами греческого наследия, как раз в период империи. Но прежде чем перейти к этим сюжетам, к самому существу нашего рассказа, мы должны обратиться к тому, что предшествовало появлению римского искусства, а именно к искусству этрусков. В VI веке до н.э., когда Рим был еще таким маленьким городком, постоянно конфликтующим с соседями, тогда переживало свой расцвет самое могущественное по тем временам на Апеннинском полуострове государство. Оно называлось Этрурия. Это было объединение 12 богатых городов-государств, которые по уровню цивилизации не уступали тогдашней Греции. Этрусские мастера, скульпторы, испытывали значительное влияние греков. Скульптуры этрусков очень похожи на памятники греческой архаики, однако они несколько более декоративны. Знакомые нам схемы изображения, вот, например, куруса, здесь дополнены таким, видите, стилизованным немножко геометрическим узором. И этот узор, надо сказать, был еще выразительнее в те времена, благодаря яркой раскраске. Кстати, греческие статуи тоже раскрашивались, что придавало им такой нарядный вид. Вообще, любовь к ярким цветам была характерна для античной культуры. Ну так вот, если греки стремились в скульптуре к натуроподобию, к достоверному изображению подвижности человеческого тела, то этрусские мастера, они создавали скульптуры более схематичные. Их в большей степени интересовали декоративные элементы, эффектность линейного рисунка. И это, в принципе, хорошо заметно. Итак, IV век. Рим окреп и стал проводить более агрессивную внешнюю политику, постепенно подчиняя себе территорию Италии. И в конечном счете римляне завоевали и Этрурию, сделав ее культуру как бы частью своей истории. Теперь мы можем перейти, собственно, к римскому искусству. Искусству скульптурного портрета в данном случае. Развитие этого жанра связано с древнеримской религией, важной частью которой был культ предков. Портрет предка делался на основе маски, снятой непосредственно с лица модели. И когда умирал кто-то из членов семьи, все представители рода, а также специально нанятые актеры, участвующие в погребальной процессии, несли эти маски и бюсты предков, тем самым показывая древность аристократического рода и его значимость. Кроме того, портреты предков традиционно хранились в вестибюле римского жилища, также подчеркивая статус того, кто в данный момент там живет. Итак, как нетрудно догадаться, в скульптурном портрете эпохи республики самым важным качеством было сходство, внешнее сходство с моделью. Именно это служило критерием оценки портрета. И именно поэтому в римском портрете эпохи республики был выработан так называемый принцип веризма, то есть стремление самым тщательным образом зафиксировать характерные особенности портретируемого лица. Если перед греческими скульпторами стояла задача создать идеальный, обобщенный образ добродетельного гражданина, то римлянин создает портрет конкретного человека, определенного лица, соединяя в нем типическое с индивидуальным. Для римлян характерно несколько большее внимание к отдельной человеческой личности, чем для греков в целом. Мы смотрим на этот портрет. Мы видим человека, скажем так, настоящего человека своего времени, эпохи республики. Это суровый, крепкий человек, волевой. Это очень интересно, потому что вот такой портрет, он запоминается, как сказать, один раз и на всю жизнь. Такое ощущение, как будто ты поговорил с этим человеком, когда посмотрел на него. Что еще следует сказать? Мы помним, что в греческой скульптуре доминирующим типом изображения было изображение обнаженного мужского тела. В Риме иначе. Обнаженному греческому атлету в римском искусстве противостоит так называемый тогатус, то есть по латыни «облаченный в тогу». Это государственный муж, представитель аристократии. Тогатус мог изображаться, например, в момент исполнения религиозного обряда. Как вот здесь, он совершает возлияние. Вообще религиозные обряды в Риме считались делом государственной важности, и потому за их исполнением тщательно следили. Еще один распространенный тип тогатуса – это оратор, то есть аристократ, выступающий на собрании. Это тоже, скажем так, момент государственной значимости, момент достойный увековечивания. Примечательно, что именно в образе оратора был изображен Октавиан Август, первый среди равных, первый император, с правлением которого был связан переход от эпохи республики к эпохе империи и одновременно
перелом в истории римской скульптуры. Итак, Рим понемногу усваивает культуру Греции в эпоху империи, а со времени завоевания Балканского полуострова в 146 году до н.э. в Рим начинают уже фактически свозить образцы греческой скульптуры. Римляне проникаются ее возвышенным духом, духом классики. Они копируют выдающиеся греческие статуи, а также усваивают приемы мастеров Эллады. И с этого момента греческая идеализация становится для римлян, так сказать, новым типом визуальной риторики. И вот здесь мы опять же подходим к Августу. Октавиан Август, в конце первого века до нашей эры узурпировавший власть, велел поставить в Риме статуи вот такого типа. Это портрет, увековечивающий его в образе великого правителя. Это, скажем так, образец политической пропаганды в искусстве античной. Мы не будем сейчас вдаваться в детальное разъяснение всех риторических нюансов этого изображения, заметим лишь самое основное. Обратите внимание, лицо и тело Августа даны идеализированно. Они приведены в соответствии с греческим понятием гармонии. А как мы помним, главным изображением в греческой скульптуре чаще всего было совершенный человек или божество. Итак, это уже говорит нам, скажем так, кое-что в пользу Августа. Что еще? Скульптор добавляет еще один визуальный аргумент. Смотрите, у ног императора изображен крылатый младенец. Это Амур, сын богини Венеры. А род Юлиев, к которому принадлежал Август, тоже считал Венеру своей прародительницей. Таким образом, эта статуя как бы ясно говорила римлянам о том, что Август, он почти что бог, а потому его стремление к власти можно считать вполне естественным и даже легитимным. Обратим внимание, что Август показан в классической позе оратора, но она лишена той застылости, которую мы видели, например, в портрете Авла Метелла. Это связано с тем, что здесь используется опять же греческий прием, известный нам из прошлой лекции хиазм, который придает статуе внутреннюю динамику, более естественный вид. Использование образов греческой скульптуры классического и эллинистического периодов и в особенности копирование этих статуй получило широкое распространение в Римской империи. Это было связано с тем, что греческие скульптуры служили прекрасным совершенно украшением для богатых домов и в кругах аристократии стало хорошим тоном их коллекционировать. На самом деле это большое счастье для нас, потому что многие бронзовые оригиналы греческих статуй, к сожалению, до нас не дошли, потому что они были переплавлены в эпоху Средневековья. А вот мраморные копии этих статуй, которые в свое время делали римляне, вот они-то как раз и дошли до нас. И в основном мы знаем о многих произведениях греческого искусства только по вот этим вот мраморным копиям. Ну хорошо, возвращаемся в Рим. Итак, римское искусство понемногу ассимилирует греческое наследие. И если статуи эпохи Августа еще носят такой достаточно строгий и сдержанный характер, напоминающий о том самом принципе веризма республиканского периода, то в эпоху поздней империи в искусстве ярко обозначается, так сказать, классицизирующее направление. То есть римские скульпторы стараются еще больше подражать грекам. Они пытаются воскресить романтический образ Греции, создавая уже сильно идеализированные портреты. Скажем так, в этот период чувствуется, что античная культура уже понемногу близится к закату. И вот тот, помните, образ бесстрастного, мужественного атлета V века до н.э. или образ гражданина эпохи республики, он переплавляется, меняется, и теперь мы видим образ такого скорее чувственно изнеженного молодого человека. Вот как, например, здесь, в портрете Антиноя, любимца императора. Скульптурные портреты той эпохи сохраняют значительное сходство с моделью, но утрачивают энергию, утрачивают выразительность. На лицах лежит, как правило, печать меланхолии, безразличия, грусти. И это заметно, например, в портрете императора Марка Аврелия, который был философом-стоиком. Примечательно, что таким же отстраненным и немного печальным Марк Аврелий изображен даже в своем наиболее репрезентативном портрете. Обратите внимание, как вот эта созерцательность его образа входит в противоречие, собственно, с героической идеей, которую призван воплощать конный памятник. Вообще, этот памятник заслуживает отдельного внимания. А дело в том, что это единственная конная статуя, дошедшая до нас со времен античности. Она пользовалась большой славой и стала прообразом многих конных памятников эпохи Возрождения.
Но вот тут как бы возникает интересный вопрос. Почему эта статуя сохранилась? Большинство бронзовых изваяний переплавили, а вот эту пощадили. Почему? Тут помогла случайность. Дело в том, что в эпоху Средневековья христиане, они просто не поняли, что это Марк Аврелий. Они приняли его за императора Константина, то есть первого христианского императора, а потому сочли нужным сохранить этот памятник. А вот, собственно, и сам Константин. Это фрагмент его гигантского 12-метрового изваяния. Это изображение относится к тому периоду, когда римское искусство начало заимствовать отдельные приемы восточного искусства, например, Египта, да, с восточной склонностью к колоссальным размерам. Обратите внимание, вот это портретное изображение, оно уже не очень-то реалистично. Да? Здесь имеет место некая стилизация, но это уже не греческая идеализация, это уже что-то новое. Взгляните на его подчеркнуто большие, широко раскрытые глаза. Это уже прием из арсенала раннехристианского искусства. Это способ показать духовность человека, глубину его чувств. И раз уж у нас речь идет о портрете первого императора-христианина, то это вполне закономерно. В целом, нужно сказать, что раннехристианское искусство, оно частично сохранило античные изобразительные традиции, но все же двинулось в другом направлении. От достоверности чувственного образа к усилению абстрактной, трансцендентной составляющей в искусстве. Впрочем, это отдельная, очень важная тема, которой мы коснемся уже в следующей лекции. Так что наш разговор о греческой скульптуре и о римской скульптуре в данный момент завершен. Благодарю за внимание, коллеги.